Сегодня последний день месяца Рамадан. И почему мне так грустно? Почему я грущу за день до праздника? Ведь на самом деле я должен быть счастлив. Я не пойму, что со мной происходит. Год за годом повторяется одно и то же, одна и та же история. Я думал, что смогу провести больше времени в молитве, прочитать больше Корана и полностью изменить свою жизнь. Но вместо этого меня овладевает стыд. Как я мог просто так дать Рамадану пройти? Как? Я не смог использовать его в полной мере. Конечно же, нет. Я не могу поверить, что позволил себе упустить такую возможность. Возможность изменить себя в лучшую сторону. А что, если я не доживу до следующего года? Что, если мне больше не предоставится такая возможность? О, Аллах, прости меня. В последние моменты этого благословенного месяца, воистину, я не поклонялся тебе, так как ты этого достоин».